Июнь месяц начинается серьезным праздником, праздником детства, защиты детей. И то, что мы будем сегодня чествовать тех, кто прославил, и не только себя, а город Орск, мне очень приятно как главе сказать об этом, потому что в этом есть заслуга в первую очередь самого лауреата. Большой труд, просто так это не дается. Здесь есть большая заслуга педагога, который распознал, помог, сделал, чтобы этот талант раскрывался и был замечен. И это тоже хорошо. И немаловажный момент – это родители, которые тоже рядом с талантом, понимая, уделяя очень много внимания. И этот результат – он совместного труда. И я благодарю всех, кто присутствует сегодня в зале, за успех наших лауреатов, которых мы сегодня будем чествовать на этой сцене.